мы продолжаем давать вам асаны с авторским заклинанием Алены Полынь. Уткатаканасана, или поза богини, сегодня будет у нас. Нужно прочитать заклинание, которое вы увидите на экране 9 раз, и затем входить в асану, так как это делаю я. Ваша спина должна быть максимально выпрямлена, и от вашей макушки и до вашего копчика у вас должна быть протянута прямая линия. Чувствуйте, как мышцы ваших ног растягиваются, и в них появляется приятное напряжение. Чувствуйте, как вы становитесь Богом.